Сенга. Это... Мусор не пойду выносить там чуть-чуть. Вот, то есть, ребят, вот сейчас концерт был дома. Ну, такая... Оделась все, ну, в магазин не надо сходить. Это... Оделась такая. И ключи ищу, ключу еще. Все обыскалось, нету ключей, нету и все. Думаю, куда я их положила, эти ключи. Ну, погода хорошая, солнечная. Ну, и ключи нашла в пальто. Ой, здорово. Перерывала я съемку. Это сосед пошел, Витька. И ключи у меня в пальто. Ну, знаете, я все обыскала, все. Все обыскала, но нету и все ключей. А я хожу в магазин в этом пальто, чтобы быстро раз. Ну, погода хорошая, ребят. И этого, видите. Ни водки, блядь, ни бледей. Сука. Хуй его знает. Глухомань ебаная, блядь. Ебать, для кого эту елку поставили, если, блядь, не души? Ну, хочу сказать, на улице солнышко. Ну, вот я за окном смотрела. Это был иней, а здесь что-то не видно иней. Ой, ну, спала я так хорошо. Ой. Ключи, представляете, искала. Ой, минут 15 искала. Никогда в карманах не оставляла я, никогда не оставляла ключи. Все, искала, минут 15 искала. Думаю, где, и туды, и сюды. А они в кармане лежат. Погода хорошая, ребят. Осень, тепло. Ни хол, ветра нету, ребят. Иду в магазин, мне там надо. Так, полкилограмма купила. Кошачьего корма, ребят. Выделила деньги. Давно уже не кормила. Это выделила деньги. Бодров вчера давал. Гулька. Вот полкилограмма купила. Ну ладно, ребят. Это от вас. Не знаю, где еще. Где еще коты, не знаю. Гляньте, мурчит. Гляньте. Во, мурчит. Ну, я в магазин пошла, как всегда, за одним, а... Во, мурчит. Ешь, ешь. А где ж еще коты-то? На улице такая погода, ребят, хорошая. Вообще хорошая. Ешь, ешь. Полкилограмма на 90 рублей купила. Пускай едят. Давно уже не покупала, потом еще куплю. Не знаю, где еще коты. Ладно, пошла я. Так, телепузики, пришла с магазина около общаги у Лёшкиного, купила запасные яйца, виноград привезли хороший, апельсины привезли хорошие, колбасу я взяла, вот эту я беру с жиром, очень хорошо, 300 с чем-то, котлеты 298 килограмм, молоко запасное, две упаковки это, фасоли не было. Капусты взяла, сейчас борщ буду варить, не щи, борщ. Зелень взяла для капусты, муку запасную, сливочное масло, Москва, не знаю, 89.
И майонез еще взяла. Вот, сходила. А, это кошкам я там взяла. Вот так.